считаю, что только на благодаря тому, что вы все были рядом, все помогали нам. Вот кто-то мысленно помогал, кто-то напрямую здесь был в это время. И я надеюсь, что таких родов будет еще очень много в нашем поселении. Вот, что у Любомира будет уже сейчас очень много друзей и сверстников, и плодиться и размножаться будет наше поселение. Ура! Небо поет над нами, солнце не за горами. Какого лета цвета морской волны? Вижу твои просторы вольной реки узоры. Лето всегда согрето теплом из глубины. Улыбнись, оглянись, здесь прекрасная земля. К ней с любовью прикоснись, загадай желания. Пусть с тобой, милая, засверкают звезды в небе. Летом ночь дивная, нет земли другой на свете. Нет земли другой на свете. На живописных полях поселения Славное нашли свою родину более 150 семей. У каждой из них своя история, свой путь, но общая цель остается неизменной. Люди облагораживают эти участки для создания своих родовых поместий. 3 года назад мы с Аленой идем по Мурманску и говорим, вот научились мы жить в городе, то есть заниматься бизнесом я умею, там фирмы открывать разные, торговлю и так далее. Когда мы решили ехать на землю, оказалось, что мы ничего в этой жизни не можем. Дом строить мы не умеем, птиц мы не знаем травы, мы не знаем почву. Урожая ни разу не выращивали. Мы не выращивали урожай, мы не знаем, извините, с какой стороны у курицы яйцо там появляется. Тихо. Люди приходят, спрашивают, удивляются, интересуются. Немногие видели таких курочек. Искусственный мир, он, в общем, городской мир, он уже познан. Там уже нечего больше познавать. Очень неинтересно, очень грустно. И хочется на живую природу, хочется к жизни живой, там, где эта жизнь есть. Вот это перепелиные яйца. Они очень крупные для перепелиных яиц. В них, как правило, 2 желтка. А это яйца вот этих вот китайских курочек. Ну, они такие очень приятные, кругленькие, такие аккуратные, очень чистенькие и вкусные. Да, очень вкусные. Мы пересмотрели свои потребности. На самом деле, те потребности, которые так вот руководили нами в городе, они отпадают здесь, на земле. Да, мы можем не есть сладкого, мы не едим мясо. Вот молодец, хорошая девочка. Хорошая девочка. Ну-ка, пойдем мы с тобой, пойдем прыгать будем. А еще раз. Давай. Здравствуйте. Ну разве можно есть своих друзей? Цель есть сменить образ жизни на более натуральный, не искусственный. И более независимый. И, может быть, более независимый. Свобода. Вот здесь у нас вот спустя много лет жизни в городе появилась возможность думать. Ну, мы называем это мужским монастырем. А на самом деле это технология, которую мы применяем, это называется куриный трактор. То
То есть мы ограждаем территорию и ставим сюда кур. Они вытаптывают зелень, удобряют вот землю всю. Потом мы переставляем это на другое место. И получается как бы удобренная земля. На следующий год очень хорошо все будет расти. Впрочем, уже и сейчас растет хорошо. На фоне луговых цветов в бурный рост устремились помидоры, заколосились злаковые культуры. В прошлом году мы посадили овес горохом, съели мыши. А в этом году у нас есть кошка, которая охраняет наши поля. И мыши это не едят. Весь горох целый. Вот они уже желтенькие. Их можно сушить. И в суп. Как только начинаешь работать с природным материалом, идей очень много появляется. Очень. Кстати, идея построить собственный дом из подручного материала глины, песка и соломы пришла не сразу. Мы когда сюда приехали, хотели вообще строить коттедж 100 квадратных метров. Ну, как это принято и положено. Другого же не знали особо. Мы теперь поняли, что для человека, имеющего такое большое пространство вокруг дома, большой дом не нужен. Нужен дом удобный и комфортный. Ну, теплый вот. Хотелось натуральный дом построить. Живой, да. Мы на нем попробовали свои силы. Убедились, что людям полностью не готовым к строительству домов, вот как мы с Аленкой. То есть мы никогда дома не строили, даже никогда не думали на эту тему. Даже никогда не думали, что будем строить. Но тем не менее мы решились, мы взялись и построили. Вот есть домик, в котором можно вполне комфортно жить. И очень хорошо себя чувствовать вот, внутри. При строительстве дома тяжелую технику решили не использовать. Глину добывали вручную, из 4-метровой ямы. А заодно получается, что у нас всегда есть вода для полива. Глина, она дышит здесь вот хорошо, комфортно для тела. Здесь, оказывается, глиняные дома, они поддерживают естественную влажность, около 50%. Если меньше этой влажности, то... Да, сушится кожа, да, стареет человек очень быстро. Хуже для организма. Что-то там с дыхательными путями происходит. В саманном доме этого нет. Мало того, он обладает качеством сохранять прохладу в жаркие дни, а потом накапливать к вечеру это вот солнечное тепло да. и ночью это тепло отдавать. Да, я тебе скажу, будем обниматься. Телефон этого не ждал. Когда ногами мнется глина... Через ступни ног идет массаж всех внутренних органов тела, оздоровление и вывод токсинов. В прошлом году к нам приходили люди, помогали строить этот дом. За полтора месяца мы возвели эти стены, помогали 55 человек, и многие из них приходили лечить ноги таким образом. После того, как помесишь ногами саман, ноги легкие-легкие, очень приятно. Ребята смеются, стоило уезжать из города, чтобы заиметь такое количество друзей, которое в городе и не снилось. По-моему, все наоборот получается. Качество общения другое. Да. И это нам очень нравится. Так, на Алика Надюшкины, строительство дома, испекли пирог из глины. Вот такой вышины, вот такой нежины. Наша соседка Оля сейчас экспериментально сделала штукатурку. Яйцо, глина, песок не пропускают воду. То есть на саман ее наносишь, она экологичная, она чистая, она натуральная. Семья Минеевых поделилась с нами рецептами экологических моющих средств. Я время от времени готовлю щелок для стирки белья. Ну вот у нас на 6-литровый чугунок уходит совочек небольшой такой золы. Вот раз, и она закипает, остывает, и получается щелок. Это вот такая мыльная вода. Мягкая. Мягкая такая, в которой можно все стирать. Причем как в порошке буквально замачиваешь и стираешь. Так наши предки все делали и стирали всегда. Шампунь, да. Это натуральное куриное яйцо. 2. Взбалтываешь и желток, и белок. И смешиваешь с настоем любой травы. Крапивы, например. Ромашки. Или ромашки, которая заварена за 24 часа до мытья головы. И получается шампунь. Отдельно хочется сказать о домашнем творчестве. Елена без применения иглы и ножниц создает русские тряпичные куклы-обереги. Считается, что такие куклы в течение года
собирают в доме всю негативную информацию. Очень многие задают вопросы, почему русские куклы безликие? А потому, что если нарисовать ей лицо, она будет одинакова в этих лицах везде и всегда. А так ты подходишь к ней, она созвучна твоему настроению, она созвучна твоему внутреннему миру. Если я сердита, она тоже может быть сердита. Мое воображение рисует ей лицо. С ней можно разговаривать, с ней можно взаимодействовать. Вот такая уникальная штука. Путешествие по славному продолжается. В свое родовое гнездо нас пригласила Наталья Бережная. Вообще это поместье, оно имеет свое название уже. Оно называется Марусино родовое поместье. Поместье Маруси. августа мы поставили эту бытовку, а 16 августа появился наш первый кустик из-за оврага. Он уже был красный, вот как сейчас. Я считаю, что вот конкретно у нас здесь, в низине, земля просто роскошная. Немножко над ней потрудиться, конечно, вот на стадии организации, и все будет великолепно. Наталья со своим мужем Юрием выбрали участок в поле без единого дерева. Это обстоятельство не смутило их, а наоборот, появился дополнительный стимул для развития. Здесь будет великолепный дендропарк, и у нас будет огромное количество не только хвойных, но и всевозможных других лиственных пород. Это не просто родовое поместье, это живая составляющая вселенной. И мы часть ее. И мы хотим эту вселенную наполнять любовью. Вот здесь, вот чуть выше, там колышками отбиты, есть с полярного круга лиственница. Здесь растут не только деревья и цветы. В этом поместье уже вырос красивый бревенчатый дом. Принцип такой: обивать ничего не будем. Все сохранится живым, натуральным. Возможно, бревна будут просто отполированы изнутри. Вот оно будет такое живое и здоровое, чтобы можно было дышать нормальным воздухом. Питание – это важная тема в жизни каждого человека. Такой кабачочек молочный, чудесный. Сейчас мы его съедим. По сути, мы являемся тем, что употребляем в пищу. Поэтому очень важно, да, питаться тем, что наш дух поднимает высоко и возвращает нас к природе Бога. Питаться, как дышать. Вот поэтому такое большое количество разновидностей всевозможных плодов, фруктов, овощей у нас здесь запланировано. Сорт называется «Слава победителям». Очень созвучное название нашего поселения. Вот два яблочка таких. Я надеюсь, что они вызреют полностью, и мы их сумеем попробовать на празднике урожая. Тогда, когда мы сумеем вернуть первоначальный облик нашей земле, не будет необходимости употреблять в пищу твердые предметы. Дыхание, оно и есть, собственно, питание, потому что все питательные вещества, они будут содержаться в воздухе. Там камешки, где можно прыгать, и там речка такая, там бегаешь. Да! Смотрите, мисочка из камешка.
Каждый участок земли в поселении Славное по-своему прекрасен. Поместье семьи Фроловых зарождается среди молодого леса. Сначала подумать, боже, неужели я буду жить в деревне? Боже, это невозможно, я на какое-то поле там. В глуши. В глуши не получится. Столько денег, столько всего, еще эту землю надо как-то оформить. Потом, видишь, нет, смотрю, и работа уже реально обрисовывается, что и денежки тут можно зарабатывать. И вообще жить, да, и жить можно полной жизнью. Но нужно очень много посадить, вот вырастить. Самое первое из всех растений, которые мы тут посадили, я каждый раз вот подхожу к ней и разговариваю с ней, глажу. Вот. Думаю, она отвлекается таким образом. Тут вот мы сейчас будем зону пролета, подлета пчел проходить. Вот. Вы ее по-быстрому проходите, подберет. В любой книге садоводов социалистического времени вы найдете, что они повышают урожай на 30%. То есть они вообще очень-очень-очень полезны. Газонокосилка это для пчел это убийственная штука оказалась. Как только подходишь метров на 20 с этой жжжж, тут же они начинают тебя отталкивать, они не кусают сначала, они подлетают, вот, жужжат, начинают тебя толкать, уходи отсюда, вот. Ты, значит, идешь, пока вот не уйдешь на какое-то далекое расстояние, причем уже с выключенной косой. А пока пчелы облагораживали улей, Алексей и Маша построили собственный домик. Ну вот здесь у нас сушка травы, но пришлось сюда мотоблок и вообще весь инструмент. Это сооружение, в отличие от бытовок за 50 тысяч, за 40, она стоит 5 тысяч, нам обошлось в деньгах. А этот дом у нас быстрый. Это быстрый дом, да. Потому что мы хотим уже сейчас уже жить и зимовать хотим. А кто вам строит дом? Сами. Да. На первых порах вообще вдвоем. Да, мы вдвоем. Сейчас еще Тёма помогает, Мишка. Но сейчас уже стали друзья приходить помогать. Рисуешь. Сначала рисуешь, потом считаешь досочки в кубах. Потом считаешь деньги в рублях. Чешешь себе затылок, думаешь, блин, не потяну. Вот, потом, поехали. В родовом поместье у человека раскрываются новые таланты. Появляется четкая цель и огромное желание ее достичь. Здесь можно реализовать себя полностью. Наша задача освободить землю, очистить ее от мусорных куч. Опять-таки, это сделать можно только живя в своем собственном пространстве. Вот каким хочешь быть, таким и быть. Свой дух прими, живой глоток.
еще очень важно то, что дети, которые то есть, растут в нормальном коллективе, в хорошей вот, обстановке окружающей, то есть они вырастают естественно. Ну и вообще хочется общения с живыми стихиями, то есть вот огонь, вода, воздух. Живые стихии Михаил и Алена Ивановы познают на практике. Здесь в Березках 2 года прожили. Ну, у нас участок получается на открытом солнце. И тенечка нет совсем. И летом совершенно невозможно находиться. Вот есть много разных возможностей в нашем мире для того, чтобы там человек чему-то обучался. То есть проходят и разные занятия, семинары. То есть можно себя постигать практически бесконечно. Вот одна из идей, которая нами действительно движет, это создать такой образ жизни, то есть его поддерживать и вести, при котором мы будем развиваться, живя на своем месте. Ну, то есть вот эта обстановка, в которой мы живем, способствует нашему, ну, нашей жизни, нашему процветанию и нашему росту. В прошлом Михаил – ведущий инженер в строительной фирме, успешный предприниматель. Я вот строю те вещи, которые, в общем-то, я не хочу умножать в мире. То есть вот, ну, кругом вот этот бетон, многоэтажки. То есть вот, как бы вот этот стиль жизни мне не нравится, а я его своими руками продолжаю делать. Вот. Ну, через некоторое время, в общем, то есть я эту работу закончил. В настоящем Михаил и Алена – строители родового поместья. Мы решили сделать дом своими силами. То есть, ну, то, что, ну, мне было интересно, чтобы сделать дом самому. Ну, вот при помощи, то есть, людей, но не, там, не нанимая бригаду. По моим представлениям, то есть вот энергия в полукруглых формах, она лучше протекает и вот комфортнее становится. Это в основном из-за этого, наверное, мы выбрали саман как строительный материал. То, что им можно все лепить вживую, то есть руками вылепить любую форму, там арку, нишу. Наверх тяжело уже саман кидать, хотя сейчас уже такой процесс пошел. Было какое-то время, когда вот высоко и было тяжело туда кидать. А сейчас придумали лепить шарики и туда кидать. И тут такая игра получается, что все прям даже приходят поиграть просто. Ну, за день там получается вот такой слой по кругу. Это если вот... Ну... Это вот энергия, то есть когда человек приходит вот что-то такое вот свое принести, но оно тоже сказывается. То есть для того, чтобы человек развивался, то есть нужно и творчество, нужны и праздники, нужно общение. То есть родовое поместье, оно делает благоприятную атмосферу для развития, то есть оно делает хорошие условия. Вот. А зависит все равно от человека. Благодаря этому месту у меня появилась родина. Иван и Нина Промские обрели свою родину в поселении Славное. Когда мы сюда пришли, земля это сразу, этот участок нас одарил грибами, в небе была радуга. Было сразу понятно, что вот это то, что мы хотим, то, где мы хотим жить. Здесь какой-то вот особый именно для нас аромат, особое состояние комфорта. После проживания в палатке созрел план постройки необычного дома с огромными окнами и косыми стенками.
Та сторона, которая наклонена с юга, она лучше пропускает солнце. Наклон с севера отбивает северный ветер зимой. Вот, и делает пространство изнутри более комфортным. В строительстве дома принимали участие только жители поселения. Когда планировали построить, где нам установить этот домик, то мы как-то вот так вот зажимались, этот домик куда-то пытались спихнуть, как-то его вот в эту полянку. И вдруг начинаешь понимать, что вот эта вот московская жизнь, вот эти вот наши квартиры, вот эти вот четыре стены, вот мы утрамбованы в этих высотках, и здесь это. Зачем мы гоняемся в городе, оно все иллюзорно. Мы гоняемся за деньгами, чтобы их тут же потратить на опять эту же погоню. Мне кажется, это тупиковый путь вообще для современного человечества. Гармония с природой. Вот что дает счастье. Вот оно, это так много, так широко, и можно вот так это сделать. Счастье на земле невозможно испытать в одиночестве. Хорошее добрососедство. Еще одна важная деталь в механизме родовых поместий. Я думаю, что земля нам помогла просто найти своих соседей. Это дальние виды. Мы делим с нашими любимыми соседями. Вон там домик Ивана Промского и Нины. Алексей Басов, востребованный специалист с двумя высшими образованиями, строит свое будущее вдали от города. Здесь наше будущее. Наших детей. Ну, мы это клубнику посадили в этом году. Ну, весной. Яблоньки, груша. Надеемся, что в будущем у нас будет здесь цветущий сад. В этом году у нас особо удались кабачки, которые нас порадовали. Молодцы! Вот Богдаш, ты сам их выращивал, да? Сам выращивал, да? Мама помогала. Он присутствует на взрослых посиделках, которые у нас очень часто. Мы встречаемся с соседями, очень любим там и вечера вместе проводить. Пользуясь случаем, хочу передать привет соседям. Без отрыва от мамы с папой ребенок может и послушать песни под гитару. Он может и послушать то, о чем говорят взрослые, причем то, что он послушает, это будет для него хорошо однозначно. Вопросы воспитания детей в поселении очень актуальны уже сейчас. Помочь ему понять, кто я, какой я, принять себя таким, какой я есть, открыть в себе какие-то дарования, таланты, потому что я уверена, что это в каждом ребенке есть. Здоровье будущей нации начинается, в общем-то, здесь, на земле. Кто таков, знаешь, кто таков, чуешь, человек веков? Кто таков, знаешь, кто таков, веришь, верный сын отцов? Память наша, правда наша. Кто таков, знаешь, кто таков, чуешь, кто? В конце лета в Славном состоялся праздник урожая. Жители поселения принесли плоды своих трудов, чтобы поделиться этой радостью друг с другом. Мама, посмотри, у них тыква какая! Юра, у тебя какой сорт? Как называется? Помидоры вкусные. Нет, сорт как называется? Так называется, вкусные. А, ну у нас, значит, один и тот же сорт. По-научному вкусные и славные. Да. Подробности сбора урожая и другие новости поселения можно было прочитать в Славном Вестнике. Культурные мероприятия праздника придумали и организовали сами жители. Активное участие во всем принимали дети. Здравствуйте, это я, Данила Синегов. Мы сейчас будем водить хоровод про малину. По малину сад пойдем, сад пойдем, сад пойдем. Неожиданно хлынул дождь.
Небеса тоже решили поучаствовать в празднике. Но это никого не смутило. Спектакль продолжился под навесом. Лето! Тоже не думала сдаваться! И выпустила луч солнца в небо! Больше всего мне праздники нравятся, потому что столько каждый раз все выдумки люди проявляют, какого-то творчества, совершенно неожиданного. Причем люди, от которых ничего не ждешь, на тебе. То игры, то конкурсы, то не пойми что. Откуда же оно все берется? Сергей Терентьев в городе хирург-онколог, а в поселении строитель дорог. Для него праздник – это всегда открытие. Здесь как-то все просыпается, открывается, откуда берется. Стихи люди начинают писать, рисовать как прекрасно. Любит осень буквара. Сливы, груши, виноград, все поспело для ребят. И арбуз увидит важный, оживится детвора. И радушно скажет каждый. Здравствуй, осени, пора! Вы обо мне? А вот и я. Вы рады встрече со мной, друзья? Да! Я думаю, это влияние, конечно, среды, обитания, изменившихся целей, может быть, другого отношения к земле, другого отношения к природе, к самому себе. Дождь закончился! Вот видите, сразу это оживляет в людях все то что хорошее, видимо, что было спрятано. Ребята молодцы, они за лето так много узнали, так много сделали, вырастили такой замечательный урожай. Ну, такие умнички! Спасибо вам, ребятушки! А сейчас... Пойдемте с вами вести хоровод. Да. Будем петь, танцевать и веселиться. Зернышко хлебное, радость хлебная, сила волшебная, тайна вселенская. В этом году столько детей здесь. Знаете, у нас очень много вот совместных мероприятий, всяких общений. Дети, конечно, дружились хорошо. Ирина Терентьева со своим внуком Никитой знают, где лучше отдыхать детям. На пляже постоянно встречаемся. В общем, у нас медвстреч очень много теперь стало. Ой, какие там ступеньки сделали. Это ж вообще просто... Потом хочется жить там, где чистый воздух, чистая вода. Чистый лес, да. Где растут грибы, ягоды, где есть птицы, да. Где звери прибегают. Чистая морковка растет с помидорами. Для этих целей у семьи Терентьевых уже все есть. На участке распланирован пруд, сад, лесопосадки. За плетеной изгородью зреет огород. Я сказала, что я не собираюсь на самом деле вот так вот закапываться, как вот на 600-ку. То есть принцип 600-ок здесь совершенно не работает. Я сюда вливаю все отходы, отбросы. Экологически чистые, конечно. Здесь ничего больше нету. Вот, никакого навоза, ничего. Все идет то, что вырывается, выбрасывается, очистки, там, огрызки и все прочее. И вот на будущий год я сюда вот буду сажать. Внук Никита не отстает от бабушки. Вчера укроп посадили. Я сажал. Укроп. Я очень хотела когда-нибудь, чтобы у меня выросла куча всяких разных вещей. И, в принципе, у меня это уже начало работать. У меня уже начали цветы сами сеяться. Я уже начала дарить всем вокруг. Меня это очень радует. Ну и другим тоже нравится. А это вот огурцы наши, между прочим. До этого у меня ничего не получалось. Теперь у меня начало получаться. Ну, плетень, конечно, дело хорошее. Берите, берите. А вот гречка еще выросла. Вот видели, вот гречка. Ты уже фасуешь, Ир? Да. Уже фасуешь. Ребят, у нас еще кто-нибудь, кто-нибудь хочет показать, кто что вырастил? Ты нас засыпала кабачками в этом году, что мы решили наделать кабачковое варенье. Я его принесла, и я обязательно вас угощу. Вот перчик, я его в землю высадила. И вот он, пожалуйста, дает плоды, и достаточно много. Это огурчики от наших пчелок. Ну, это срезки с медом тоже. Вот эти помидорчики.
мамочки вырастил именно вон. А вот это вот уже с помощью мамочки. Это вырастила мамочка. А это вырастил Ванечка. А это я выкинула. На навоз. Потом подумала и накрыла сверху землей. И вот что выросло. А вот наши помидоры. Мы теперь живем не только ради заработка, понимаете, а хочется что-то делать на земле. Сажать, выращивать. Леса восстанавливать, природу восстанавливать. На том месте, где встанет защитная полоса леса, семья Терентьевых уже высадила более 600 сосен и такое же количество других деревьев. Да, где колышки, это везде деревья. Да? На будущее, вот, я думаю, она будет где-то уже вот такая вот. Представляете, да? Вот обратите внимание, вот внизу течет река Осьма, маленькая такая речушка. Когда-то она была очень полноводной, когда здесь были леса. Сейчас, когда леса вырубили и распахали все под поля, она стала мелким ручейком. Уничтожение по берегам рек лесов сразу приводит к их обмелению. Именно лесная подстилка накапливает всю зимнюю, всю осеннюю, всю летнюю, всю влагу и медленно-медленно ее выдает в виде родников. Уничтожь лес, этот процесс исчезает и начинается пересыхание рек. Оказывается, все очень просто. Восстанови лес, и все восстановится. Мы уже поняли, что периметр участка должен быть защищен деревьями. У нас действительно должна быть поляна в лесу. Потому что, в принципе, ветер откуда угодно можно ждать, а он губительный для всего, ничему не дают расти. Встанет лес, и этих проблем вообще не будет. Мы оставим необходимые полянки, опушки там, для сада, для огорода и так далее. Все остальное будет практически у лесу. Для этих целей необходима площадь участка не менее гектара. Дело в том, что гектар – это минимально необходимая площадь, на которой можно построить, в общем-то, достаточно сбалансированную экосистему, понимаете, которая сама по себя поддерживает, сама себя восстанавливает, сама себя вот защищает, удобряет и так далее. То есть на 6 соток не посадишь лес, а без леса я, например, себе не представляю полноценной экосистемы. Лес изначально – это основа практически всего, основа родников, рек. Это птицы, это отсутствие вредителей, это древесина, это орехи, это грибы. Грибы на участке, как спасибо. Как это все сделать на 6 сотках? Это нереально. Поэтому нужен минимальный гектар, обязательно. Во всех отношениях, поэтому ура славному! Ура! 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 Наступил момент совместного ужина. В огромном казане из принесенных плодов было приготовлено овощное рагу. Нарезаны салаты, из напитков травяные чаи и ягодные морсы. Спиртное отсутствует. Жизнь наполнена, зачем пить? Пьют люди от чего-то, от безысходности, от какой-то, понимаете, от тупиковых ситуаций, а у нас этого нет ничего, зачем нам? Нам и так весело. Друзья, все собрались или нет? Давайте поблагодарим всю природу, поблагодарим это лето, которое необычайный урожай нам и принесла в Славном. Давайте поблагодарим будущую осень, которая принесет нам еще и поможет дозреть нашим плодам. Давайте насытим эту пищу нашими мыслями добрыми, нашими пожеланиями земле матушки, благодарностью, дождю, небу, солнцу, всему. Ура! Спасибо, матушка земля! Спасибо, матушка земля! И откликнулась земля матушка и одарила людей теплом своим, светом лучезарным, и заискрился свет тот в душе каждого, кто мыслями и делами своими радость творит на земле. Вселенную освети. Thank you.
радуйся солнцу рассвету нового дня, радуйся брызгам удачи и для тебя.